В вооруженных силах Беларуси начался второй этап комплексной проверки войск. Из запаса планируется призвать около 650 человек и привлечь около 20 единиц техники. Ревизия позволит определить уровень слаженности органов управления, способность командиров управлять подчиненными частями в различных условиях. 24 сентября в соответствии с решением министра обороны Республики Беларусь в вооруженных силах начался второй этап комплексной проверки войск. Общее руководство мероприятиями возложено на начальника Генерального штаба вооруженных сил. К проверке привлекаются органы военного управления оперативного и тактического уровней, воинские части боевого и технического обеспечения. Завершится проверка проведением штабных тренировок и тактико-специальных учений.